Добрый вечер, коллеги. Как меня слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсики. По десятибалльной шкале как оно? Слышно меня или нет? Коллеги, вы здесь? Как меня слышно? Пишите. Жду. Сейчас поставлю улучшенное. Отлично. Значит, меня слышно. Прекрасно. Итак, я начинаю. Постараюсь вас долго не задерживать, хотя это очень сложно, потому что на самом деле каждый каталог настолько вкусный, настолько объемный, и в каждом каталоге есть что-то такое необычное. Сегодня буду вкратце рассказывать про продукты, на которые необходимо обратить внимание, и на то, что он вот, ну, именно у меня такое внутреннее, знаете как, стремление вам подсказать, добрый всем вечер, подсказать, чтобы вы обязательно это приобрели. Итак, хочу обратить внимание, что совсем буквально скоро-скоро заканчивается 11-й каталог и начинается 12-й. Еще хочу обратить внимание, что в 11-м каталоге есть две стороны. Одна сторона у нас вот такая вкусная, со всеми различными вкусняшками от Фаберлик, а с другой стороны, конечно же, одежда для школьников и не только, и для взрослых, и для женщин, и для мужчин, и также нижнее белье. Итак, давайте будем переходить. Ну, во-первых, хочу напомнить, что в 11-м каталоге действует шикарнейшая акция именно для новичков, для тех, кто вновь пришел в нашу компанию, в ваши команды, для тех, кто еще не успел прийти в наши команды. Вы можете эти слайды выложить своим людям и подсказать, чтобы они пришли. Это шикарная акция, где компания предоставляет два потрясающих продукта. Это мыло, жидкое мыло для посуды концентрированное, которое хватает на очень-очень длительный срок. Можно просто из бутылки по капельке добавлять. Есть люди, которые предпочитают именно такой подход. А вообще, в принципе, вот этого средства достаточно. Один, знаете как, к 4 или 1 к 6. Одна часть жидкого мыла и 6 или 4 части воды. Я пробовала и такой. Запись вебинара, да, конечно, будет. И я ее завтра с утра выложу и сброшу вашим наставникам и по своей структуре. А точно так же выложу, конечно же, именно на YouTube-канале вы ее увидите в соцсетях. И вы сможете ей поделиться со своими консультантами для того, чтобы они ускорились, смогли посмотреть и приобрести продукцию, которую еще не приобрели. Итак, вот это жидкое мыло я пробовала разными способами, то есть я делала и на 4 части более густой концентрат, и делала точно так же 1 к 6. Вы знаете, в принципе, даже если вы делаете жидкий концентрат из жидкого мыла, все равно даже при холодной воде отмывается любой жир, любая грязь, и не портятся руки мягкие, шелковистые. Вот мне это очень нравится, потому что особенно, знаете, для тех, у кого большая семья и приходится очень много мыть посуду, то для них особенно важно, чтобы действительно руки не портились. И вот это наши все жидкие мыло, и это, которое идет в подарок, оно действительно оберегает наши ручки от плохой воды, оберегают от мытья посуды и сохраняют структуру нашей кожи. Поэтому расскажите обязательно об этом. И точно так же второе потрясающее, шикарнейшее, по-другому сказать не могу, хит продаж, средство, которое для плиты духовок. Почему делаю акцент на это? Потому что это нужно абсолютно всем, каждой семье, чтобы и духовку отмыть, и плиту отмыть, и вообще все, что на кухне, если есть какие-то загрязнения очень большие, жировые, может быть, даже годовалые, а может быть даже, знаете как, месячные или недельные загрязнения, в любом случае очень быстро отмывается. Буквально недавно в нашем чате пришел новичок и
прям вот картинками выложила. Она говорит, уезжали в отпуск, долго нас не было, и как, ну, приехали, и я решила, говорит, попробовать как раз это средство. Как раз она получила этот подарок, как новичок, и она говорит, я, говорит, просто замочила, говорит, в посудину средство для плиты духовок, и туда закладывала вот от плиты вот газовые вот эти горелки. И она прям фотографию делает до, заложила после. Удивительно вообще, знаете как, вот удивительно действительно, насколько даже без трения убирается любое загрязнение. Почему акцент прям вот так делаю? Расскажите обязательно это своим новичкам. Новичкам, которые пришли в этом каталоге в 11-м или придут еще, у них есть время до 6-го числа сделать заказ и оплатить, обязательно оплатить, потому что если не оплатят, то подарок будет по следующему каталогу, по 12-му. Там другие продукты, там декоративная косметика. И если у вас есть новички, которые еще не сделали ни одного заказа, если даже они пришли, например, в 10-м или в 9-м каталоге и не сделали ни одного заказа, то и хотят получить эти средства, то они могут оплатить заказ сделать заказ и оплатить обязательно в ценах каталога. Это 1199, для новичков это будет цена меньше. Тогда они получат именно этот продукт. Если они этого не сделают, то, естественно, в следующем каталоге они получат следующие подарки для новичков. Итак, давайте перейдем к следующему слайду, я вам покажу. И еще раз, каждый раз повторяю, это еще раз повторю, огромное спасибо компании. Ой, немножко у меня съехало, простите, в слайдах это не будет, торопилась. Вот смотрите, компания сейчас сделала первое, каждому консультанту проще ориентироваться и каждому новичку проще ориентироваться. Во-первых, сделали одинаковую сумму. 1199 для России, 359 гривен для Украины, для Казахстана 5999 тенге, для Беларуси от 35 рублей. И очень здорово, что подарки на каждую страну везде одинаковые. Поэтому, пожалуйста, вы прям можете эти слайды выкладывать. Подборку слайдов я сбрасываю в нашем чате, в нашей структуре, и сбрасываю в чате для лидеров, с которыми мы объединились именно на летний период, и они вам смогут передать эти слайды. И вы можете ими воспользоваться и отправить своим консультантам, и рассказать об этом. Второй момент, мало того, что цена всегда теперь одинаковая, именно по оформлению заказа для новичков, каждый каталог, это здорово. Точно так же и подарки одинаковые, это тоже здорово, поэтому можно, в принципе, просто приглашать новичков в свои команды и просто им показывать, неважно, даже не спрашивать, из какой они страны. И это счастье. Но важно обязательно, еще раз повторяю, до 6, до воскресенья, до 00:00 часов по московскому времени не просто оформить заказ, но и оплатить. Только тогда будет этот подарок. Если вдруг новичок проворонит, и вы не сможете ему подсказать, то подарок он получит уже по следующему каталогу. Напоминаю также, что продолжает действовать стартовая программа, и не устану о ней говорить, потому что она уникальнейшая. Это 9 наборов потрясающих, которые новичок может получать. Самое важное условие – это делать каждый каталог, заказы не менее чем на 2499 рублей, это по России. По другим странам там есть цифры, вы можете посмотреть это в личном кабинете, или от 4999. Почему две такие цены? Еще раз повторю для тех, кто, например, не знает или только пришел в компанию. Первый момент. Если вы делаете заказ и оплачиваете его в течение каталога на 2499 рублей, это в ценах каталога, то тогда набор подарочный вам будет за 290,
за 299 рублей. Если вы делаете заказ от 4999 рублей, тогда подарочный набор будет всего за 99 рублей. Это шикарный момент, и новичок может, даже знаете как, не обязательно каждый каталог делать, например, по максимальной сумме. Он может, например, в один каталог сделать по минимальной, в следующий по максимальной. Просто будет у него меняться стоимость его набора. И наборы, которые стоят большое количество денег, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 набор стоит, новички будут получать вот по таким смешным выплатам. Поэтому обязательно рассказывайте про стартовые программы, приглашайте свои команды, потому что компания Faberlic дарит потрясающие продукты, которые нравятся всем. И кто получает эти наборы, они с удовольствием понимают, что это здорово. Поэтому лето – это лето флешмобов, и лето – это время рекрутинга. И поэтому у вас есть возможность любого человека, которого вы встретите на улице, на озере, в гостях, где-то в магазине, вы можете пригласить в нашу компанию, тем более регистрация бесплатная. Об этом необходимо обязательно говорить. Теперь давайте я вам расскажу, что нас ожидает в 12-м каталоге. В 12-м каталоге будет подарок для новичков. Это потрясающий набор, шикарнейшая помада. Это удивительная тушь, новинка, которая с потрясающей кистью, необычной. О ней мы будем говорить там потом в последующих моих выступлениях, не сегодня. И шикарная косметичка, то есть помада, тушь и косметичка. И точно так же необходимо сделать заказ по той же цене, что и в этом каталоге. Прям вот спасибо огромное компании за эту возможность не запутаться. Единственное, что вот эта акция начинается с 7 августа, и будет она до 27 августа. Это действие каталога номер 12. Обратите на это внимание. И еще раз повторю, те, кто новички, первый свой заказ оформят и оплатят именно в эти даты с 7 по 27 августа, они получат подарок в 13-м каталоге, не в 12-м, а в следующем, в 13-м, именно вот это, тушь, помаду и косметичку. Если они оплатят до 6 августа свой заказ, первый, то они получат те средства, о которых я рассказывала. Это гель, жидкое мыло для посуды и гель для плит и духовок. И давайте двигаемся дальше с вами. Ну и опять же повторюсь, что подарки по всем странам продолжаются быть одинаковыми, и это здорово, и сумма точно так же остается прежней, и это здорово. Единственное, только меняется дата, это действие каталога с 7 по 27. И точно так же вы этот слайд сможете использовать, я вам его сброшу и уже приглашать. Вы знаете как? Я скажу по-другому. Вы начните приглашать уже сейчас тех новых новичков, которых вы будете регистрировать. Буквально после вебинара уже начните приглашать к себе в команды. И уже можете предлагать им варианты. Вы можете оформить заказ в этом каталоге и получить вот этот набор. Вы можете оформить и оплатить заказ в следующем каталоге и получить вот этот набор. И когда вы даете сравнение, то новичок сам выбирает. Например, я знаю, что несколько новичков выбрали именно набор для дома. А некоторые новички мне сказали: о, классно, а мне, я бы хотела бы именно декоративную косметику. И это их право выбора. И спасибо компании, что она дает нам этот выбор. Поэтому предоставляйте выбор вашим новичкам, и тогда они будут счастливы и действительно будут участвовать в стартовой программе и двигаться по ней и получать подарки. Хочу напомнить, что в 11-м каталоге осталось всего немножко времени до 6 числа, до 6 августа, до воскресенья, действует акция «Возвращаемся в бизнес». Эта акция действует для людей, которые сделали последние свои заказы по каким-то причинам
начиная с 4 и заканчивая по 8 каталог. Добрый вечер, Лидия Алексеевна. С 4 по 8 каталог последний свой сделали заказ, утвердили. Для них действует вот эта потрясающая акция. Точно так же, как для новичков, им предлагается в подарок средства для плиты духовок, жидкое мыло для посуды и плюс к этому еще потрясающий крем для рук из коллекции «Про руки». Он идет и для рук, и для кутикулы, и для ногтевой пластины. И вот здесь немножко хочу сказать несколько слов про ногтевую пластину, потому что особенно летом практически все стараются красить свои ногти как на руках, так и на ногах. И какой бы ни был потрясающий лак, и даже если там есть, например, масла в лаке, все равно, хотим мы этого или нет, ногтевая пластина не дышит под лаком, и, соответственно, ногтевая пластина начинает подсыхать, портиться и становиться более слабой. Поэтому вот этот крем как раз подойдет для того, чтобы убрать ожог ногтевой пластины после нанесения лака. И об этом необходимо говорить. И вот для людей, которые, например, по каким-то причинам, может, были в отпуске, может быть, не было средств, всякие бывают причины, может быть, не смогли зайти на новый сайт и не смогли сделать заказ, тоже бывают такие причины. Вот для этих людей компания сделала в этом каталоге вот такой замечательный подарок. Что им необходимо сделать? Им необходимо обязательно до 6 августа оформить заказ на сумму от 1249 рублей, это в ценах каталога. Их цена будет ниже. Расскажите, пожалуйста, этим людям. Эти люди отмечены у вас в отчетах желтым цветом. И именно для них предоставляется такой потрясающий набор в подарок. Поэтому у вас еще есть время оповестить своих людей, чтобы они успели получить такой замечательный подарок от компании «Фаберлик». Давайте переходим дальше. Спасибо компании, она нас просто балует. Каждый каталог она нам дарит денежные призы. И в этот раз вообще удивление для меня было особенное, потому что если у нас раньше дарились денежные призы только для тех людей, которые по каким-то причинам не сделали заказы, то сейчас компания в этом каталоге подарила денежные призы даже тем, которые делали заказы. То есть всем тем, кто сделал свой последний заказ в периодах, начиная с 9, 10 и 11 каталог в том числе, но для тех, кто до 1.08 сделал заказ, все, кто сделал далее, после 1.08, им денежный приз не включается. Но было удивление для меня, когда я зашла в свой личный кабинет, я вроде бы рубиновый директор и делаю заказы регулярно, и делаю заказы в начале каталога сразу же в первую неделю, в первые дни недели, чтобы успеть все купить. Компания мне начислила 200 рублей. Многим моим консультантам, кому-то 200, кому-то 300, по каким критериям начисляются эти деньги, не знаю. Но в любом случае обязательно оповестите своих консультантов, сами загляните, пожалуйста, в свои личные кабинеты, и этот денежный приз можно использовать при оформлении заказа от 1199 рублей, это в ценах каталога, и без учета автозаказа. Если у вас в вашем заказе будет выходить автозаказ, это не страшно. Важно, чтобы без самого автозаказа сумма по каталогу была более чем 1199 рублей. И тогда в конце при утверждении заказа ваш денежный приз автоматически спишется. Это вам подарок от компании. Поэтому у вас еще есть время у ваших людей. И чтобы вам легче ориентироваться, в отчетах своих вы можете увидеть этих людей с буковкой «Д». Это называется денежный приз. Те, кто желтенький, для них тот набор потрясающий, о котором я ранее говорила. Тех, кто с буквой «Д», для них денежный приз.
Поэтому обязательно расскажите, обязательно воспользуйтесь этой акцией. Я считаю, что это приятный сюрприз от компании, не упускайте его. И еще хочу сказать, что денежные призы, видела, что в Белоруссии также распределяются, в Украине распределяются и в Казахстане в том числе. Только в 11-м. Спасибо, Елена, за вопрос. Вот 6 числа, если до 0 часов 00 минут по московскому времени вы не оформите заказ, то уже буквально 0 часов 1 минута 6 числа, ну вот уже получится 7-го, все. Да, только в 11-м нужно использовать этот приз. Иначе он автоматически сгорит, и эти деньги будут потеряны. Поэтому необходимо обязательно оформить заказ, утвердить его. Не просто набросать в корзинку, а именно утвердить этот заказ. Конечно, лучше бы было, если бы вы его оплатили в этом каталоге. Но в любом случае, даже вы можете оплатить этот заказ в 12-м, но оформить его необходимо именно в 11-м. До завершения 11-го каталога. Итак, двигаемся дальше. Еще раз хочу напомнить для тех, кто уже знает, и для тех, кто впервые у нас находится на нашем вебинаре или только пришел в нашу компанию, что у нас есть потрясающие призы. Я называю их призы, потому что это бесплатно. И действительно, это как приз, как подарок от компании. Это программа «Faberlic Club». Вы, когда делаете свои личные заказы и вы их оплачиваете, то у вас накапливается в корзиночке в определенной эти баллы. Эти баллы равны определенному, один балл равен одному бонусу. И потом, уже как только вы накопите 15 бонусов, то есть если у вас было 15 баллов, значит у вас будет 15 бонусов. Если у вас будет 100 баллов, значит у вас будет 100 бонусов. Единственное, хочу сказать, что если у вас будет 200 баллов, вот свыше 150 не начисляется, только 150 будет. И когда вы накапливаете эти бонусы, вы их потом можете обменять. Именно Faberlic Club, там есть специальный каталог продуктов, которые вы можете просто взять бесплатно. И там есть ценовая политика, то есть один бонус, ну то есть несколько бонусов, на 15 бонусов определенные продукты, на 25 бонусов определенные продукты и так далее и тому подобное. Вы можете копить эти бонусы, главное, чтобы вы не пропускали ни один каталог, потому что каждый каталог необходимо оплачивать заказ, не просто оформлять, оплачивать. Если вы пропускаете хотя бы один каталог, то ваши предыдущие бонусы, если вы их не выбрали, они сгорают. Я, например, вот коплю свои бонусы, у меня уже 1250 бонусов по Faberlic Club. Делаю я это осознанно, потому что я очень хочу постельное белье, которое стоит по бонусам намного дороже. И комплект постельного белья для семейный, большая огромная простынь, громадный пододеяльник, две наволочки, шикарная потрясающее постельное белье, я возьму себе в подарок. Я специально коплю на это. Кто на что копит? Кто-то копит на сумочку, кто-то копит на потрясающую бижутерию от Флоранж, кто-то на нижнее белье. Там огромное количество продуктов. Обязательно зайдите, посмотрите. И парфюмы, и гели для душа, и декоративка. Весь каталог, который у нас представлен, он практически есть, почти все. Есть именно Faberlic Club. Поэтому обязательно не забывайте про эту акцию. Обязательно делайте каждый каталог и оплачивайте заказы. И обязательно напомните своим консультантам, что они должны обязательно это делать. Тогда они действительно смогут получать вот такие потрясающие призы. По-другому это не назовешь. Итак, напоминаю, что в 11-м каталоге заканчивается акция «Получи 50% скидку на парфюмерию в 12-м каталоге». И у вас есть шикарная возможность еще получить несколько купонов, которые вы сможете потом обменять и получить скидку. Каждый купон дает 50% скидки на один продукт.
И поэтому столько, сколько вы купонов накопили за 10-й каталог и за 11-й, столько продуктов с 50% скидкой вы сможете взять в 12-м. Поэтому необходимо приобретать на 999 рублей, и на каждые 999 рублей вы получаете вот такой купон. Единственное правило, заказы должны быть конкретно из каталога Faberlic, потому что у нас есть несколько каталогов, и Flarange, и продукты здоровья, и продукты Денос, и еще есть продукты школьная одежда, и еще была Алена Ахмадулина, и многое-многое другое. Те каталоги не считаются. Все продукты, которые представлены в каталоге Faberlic, там есть понемногу и из Flarange, и из Денос, и из здоровья. Вот все, что вы берете в этом каталоге, эта сумма считается. Если вы берете что-то дополнительно, то, чего нет в каталоге или в других, это не включается в стоимость 999. Почему говорю об этом? Потому что ко мне поступали вопросы. Задавали такой вопрос. Скажите, пожалуйста, у меня заказ на 2000, а купонов получилось всего один. Почему? Потому что вот по этой причине. Поэтому, когда вы оформляете заказы в этом каталоге, у вас еще есть на это время, то обязательно отследите, чтобы именно на 999 рублей в ценах каталога было по каталогу Faberlic. И уже в 12-м каталоге, в следующем, компания вас приглашает и говорит: «Добро пожаловать в мир волшебных ароматов». И вы уже сможете обменять купоны и на вот со скидкой 50% именно на любой аромат. И это будет очень, знаете как, приятно, и вы сможете взять большое количество тех ароматов, которые вам особенно понравились или заказали ваши клиенты, потому что ваши клиенты могут работать по этим, заказывать по этим купонам, если у них был заказ на 999 рублей. Поэтому вы можете еще до 6 числа предложить своим клиентам приобрести заказ на 999 рублей, и тогда ваш клиент получит вот этот купон и в следующем сможет выбрать уже продукт с 50% скидкой. Итак, двигаемся дальше. Ну, давайте поговорим немножко про 11-й каталог. И я тут не просто так поставила три картинки каталога. Во-первых, я вам уже говорила, что лицевая сторона, у нас их две, с обратной стороны и с двух сторон. Одна такая вот как сел, другая одежда школьная. И добавила еще каталог Денос. Я очень рекомендую, чтобы вы обратили внимание на каталог Денос, особое внимание. Там, конечно же, стоят цены, которые фиксированы в каталоге Денос. Но в каталоге Faberlic представлены уже продукты со скидкой, и я сегодня вкратце несколько слов скажу о них. Но хочу, чтобы вы обязательно приобрели себе этот каталог и дали этот каталог посмотреть вашим клиентам. Потому что это те продукты, которые, может быть, у вас не будет один клиент покупать постоянно, но каждый клиент может улучшить свое состояние здоровья и действительно взять продукт, хоть и он и дорогой, для всей семьи. Я, например, вот купила несколько продуктов для себя, и даю, я понимаю, что, например, моя мама 83 года купить это не может, поэтому я даю ей, даю своей сестре, своей племяннице, мы пользуемся вместе, хотя, в принципе, я купила себе. Поэтому давайте поговорим далее. Итак, что же необходимо успеть купить, потому что раскупают, прям вот раскупают, как это, как пирожки. Прям даже увидела, начала готовиться, увидела, что некоторых продуктов у нас на Урале уже нет, но, возможно, я знаю, что у нас из разных регионов приходят консультанты, и у нашей команды, и Светланы Устратовой, и моя команда Татьяны Курячей, и директоров наших, они находятся в разных регионах, и, возможно, эти продукты есть еще там, поэтому... И еще рекомендую такой момент. Вот смотрите, очень часто в
последние дни заказы, которые были сформированы до этого, но не были утверждены, начнут или удаляться черновики, или точно так же заказы начнут, например, переоформляться, что-то будут убирать, что-то добавлять. Поэтому те продукты, которых нету, могут появиться. Если вы какой-то продукт хотели, а его нету, может быть, его просто нет, может быть. Но есть такие продукты, которые были, но вы не успели приобрести. Поэтому отслеживайте несколько раз за день. Благо в мобильном приложении есть у нас такая функция. Если появился ваш продукт, который вы хотите, забрасывайте быстро в корзинку и быстро-быстро оформляйте заказ, потому что многие продукты под конец каталога могут появиться. Итак, давайте посмотрим, что же раскупается. Я, конечно, выложила только продукт, именно парфюм от Валентины Юдашкина. На самом деле не только этот парфюм. Вообще весь парфюм, который имеет скидку свыше 50-60%, это уникальнейший продукт, который раскупается очень быстро. Но хочу обратить ваше внимание именно на эти два продукта. На эти два парфюма. Желтенький, который это, знаете, такой он теплый, серьезный, он такой, я бы сказала, такой, знаете, как сказать, немножечко тяжелый, но он осознанно так сделан, то есть... Он такой, знаете как, для серьезных натур, для брюнеток, для людей, которые любят такие мощные и очень серьезные ароматы, но он безумно вкусно пахнет, он потрясающе раскрывается. Это действительно шедевр от Валентины Юдашкина, потому что хоть и разрабатывали эти два парфюма разные парфюмеры в компании Faberlic, но в любом случае именно идею и концепцию подбирал сам Валентин Юдашкин. Именно он говорил, какое направление он хотел бы в этих ароматах, потому что эти ароматы, это было дополнение к его двум коллекциям, которые были представлены в предыдущих каталогах от Валентина Юдашкина. И сейчас есть еще возможность купить одежду от Валентина Юдашкина, потому что что-то еще осталось, есть такой эксклюзив, успеть купить. Итак, два аромата от Валентина Юдашкина, и два абсолютно разных. Желтый такой очень серьезный, а розовый такой нежный, воздушный, манящий, какой-то такой, знаете, больше для блондинок. Но в любом случае эти два аромата может приобрести каждый, абсолютно каждая девушка, каждая женщина. Почему? Потому что, например, розовый, он более подходит для летнего, для весеннего сезона, для улицы, для вот сейчас, когда вы ходите вы на повседневную жизнь, на работу. Это тот аромат, который не будет вас напрягать. А желтый, он прекрасно подойдет для ваших вечерних променадов, для ваших путешествий, например, по вечернему городу или на какое-нибудь мероприятие, или поход в ресторан, или куда-то на юбилей. И этот аромат вам прекрасно подойдет. Он же не закончится за летний сезон, потому что впереди у нас сентябрь, осенне-зимний сезон. Этот аромат прекрасно подойдет для осенне-зимнего сезона. Поэтому я рекомендую приобретать именно два аромата. Если вы приобретете один, скидка будет 50%. Но вы в следующем каталоге можете воспользоваться этой скидкой, если у вас есть купоны. В этом я рекомендую купить два аромата. Почему? Потому что скидка на оба аромата будет 60%. И это потрясающая скидка как для вас, так и для ваших клиентов. Расскажите им об этих ароматах. Приобретите, пожалуйста, пробники. Пробники стоят недорого. Дайте им понюхать. Еще есть возможность приобрести два аромата вместе. И тогда вы действительно будете, знаете как, я бы сказала, помазаны Валентином Юдашкиным на успех, на любовь, на перспективы и на удачу, потому что это действительно шедевры шедевров нашей парфюмерии от Faberlic. И вы можете
меняться, становиться разной, и где-то вы будете более сексуальными, а где-то вы будете более серьезными, потому что розовый аромат, он не совсем подходит для деловых встреч, а желтый не совсем подходит для встречи с любимым человеком. Поэтому обязательно приобретите два аромата, потому что я думаю, что под конец каталога эти ароматы просто скупят, потому что уже количество не такое большое, как было в самом начале. Итак, следующее. Сейчас потрясающая скидка 40% на серию для кожи, именно для летнего сезона, для того, чтобы оберечь нашу кожу от альфа и бета лучей солнечных. Многие думают, что если они находятся в машине или находятся где-то в помещении, и солнышко светит в окно, то им ничего не будет. И они ошибаются, потому что именно альфа-лучи, они проникают через оконные рамы, через окна автомобиля и точно так же влияют на нашу кожу, как будто бы мы находимся на улице. Это первый момент. Второй момент. Еще продолжается сезон. У нас на Урале практически он только начался, потому что до этого были дожди и солнышка практически не было. И вот у нас начинается этот сезон, и как раз есть шикарная возможность приобрести вот эти продукты. Но есть и другой момент. Многие из вас, кто не поехал в летнее время отдыхать, кто-то поедет на море, кто-то поедет за рубеж, кто-то поедет именно в осенне-зимний бархатный сезон, туда, где тепло. Поэтому приобретите сейчас 40% скидкой, обязательно купите себе масло для загара. Оно идет с SPF-фактором восьмерочка. Оно прекрасно притягивает солнечные лучи, делает вашу кожу золотисто-коричневой. Это то средство, которое замечательно ухаживает за вашей кожей. От него просто вот кожа, знаете как, если вы каждый день будете ходить на пляж, наносить это масло, вы просто будете поражены, насколько ваша кожа становится бархатной. Обязательно возьмите молочко после загара. Молочко после загара не просто убирает ожог, если вдруг, не дай бог, вы сгорели на солнышке. Молочко после загара укрепляет ваш загар, если вы правильно пользовались. То есть вы пришли с пляжа, приняли прохладные души, нанесли, не мойтесь мылом, просто примите холодный прохладный душ. После этого нанесите обязательно молочко после загара, вы почувствуете, насколько ваша кожа смягчается, насколько она становится более мягкой и шелковистой. Но еще молочко после загара прекрасно помогает после укусов. То есть, если вдруг вас все-таки покусали комары или мошки, то молочко успокаивает этот зуд, и намного быстрее у вас это пройдет. Точно так же средство для детей. Оно с высоким фактором защиты 35. Оно прям как молочко, оно и ухаживает, и в то же время защищает кожу деток. Причем это молочко можно наносить даже деткам, которые практически грудничкового возраста. Мы когда были в Сочи в прошлом году, в позапрошлом году, то мы прям маленькому ребеночку наносили на носик и на личико. Там, конечно, не написано, что можно носить на лицо, но мы наносили, чтобы не сгорело лицо у ребенка. Дети же не понимают, они же начинают везде ползать, везде поднимать свое лицо к солнцу и скидывают шляпы, а кепка не всегда защищает личико. Так вот, вообще нежная, принежная кожица ребенка не сгорит и не будет никаких проблем. Вообще каждое средство, оно просто уникальное. Да-да-да, вот Дарья вот пишет, что пользуется. Вот смотрите, каждое средство уникально. Есть и SPF-фактор 15, есть и SPF-фактор 20. 15 это для тех, у кого, например, более смуглая кожа. Для тех, у кого, например, белоснежная кожа, и кто постоянно сгорает, это, конечно же, нужно начинать с 20. Вот я вроде бы
и не белокожая, но и не смуглая, но даже я, когда выхожу первый раз на пляж, я обязательно ставлю 20, на себя наношу 20-ку, чтобы солнышко, ну, чтобы кожа хотя бы привыкла вот к солнечным лучам, хотя бы немножечко кожа стала более загорелой, тогда только после этого я наношу масло. И вот, знаете, каждый продукт, он по-своему поможет вам и для лица. И вот, например, есть средство потрясающее с 50-кой. То есть на лицо хит продаж, потому что вы действительно, если у вас есть проблемы с пигментацией, то действительно на лицо лучше наносить именно вот эти крема. И наши губы точно так же страдают. И бальзам для губ от ожогов и от солнечных лучей точно так же поможет нам. Это серия спасений для детей, для меня, а то я просто сразу сгораю. Вот-вот, да, точно, Анастасия. Вот те, кто наши попробовал средства, они просто в полном восторге. Но я вам хочу сказать еще про них вот такой момент. Там есть, и вы можете найти на упаковке описание, если будут спрашивать ваши клиенты, стоит или не стоит взять их, и чем они отличаются от многих других, покажите им, там написано на флаконе, что наши средства можно использовать даже для самого жесткого солнца, которое находится именно на юге страны, там, где оно просто низко расположено, именно... Забыла страну. Ужас, Дарья, помогите мне, пожалуйста, страну. Потому что не все средства от загара и для загара имеют именно такой фактор. Австралия, благодарю большое, Анастасия. И, потому что не все средства, которые применяются именно для загара и от загара, да, они не у всех есть возможность использовать в Австралии, потому что там очень жесткое солнце, просто нереальное. А наши можно. И не все средства от загара и для загара имеют SPF-фактор от альфа и от бета-лучей. Обычные идут только от бета-лучей, а альфа-лучи практически где-то находятся непонятно где. 40% скидка – это просто, знаете как, бомба. А еще есть возможность, почему необходимо купить эти средства, потому что у них хороший срок годности, и даже если вы, например, их все не используете, вы поставите к себе в холодильник, они прекрасно достоят до следующего года, и уже вы встретите во всеоружии лето, и не сгорите никогда. Поэтому обязательно покупайте, потому что я думаю, что эти средства в первую очередь раскупят именно сейчас. Обязательно приобретите средства хит-продаж именно 11-го каталога, потому что можно приобрести полный набор за 549 рублей в каталоге. Это против алопеции, против выпадания и против уменьшения количества волос. Даже если мы не страдаем алопецией, даже если у нас нету такого количества, вот вы, ну вот как вот, например, знаете, как с возрастом это очень сильно заметно, и мы, вот те, кто дамы кому за и мужчины кому за, мы очень сильно замечаем, насколько сильно выпадают волосы именно в возрасте. Но именно летом, как мы не всегда можем сберечь свои волосы от солнечных лучей и от внешних факторов и перепадов температуры всего остального. Поэтому обязательно эти средства возьмите себе, потому что эти средства можно использовать как профилактику. Именно эти все средства помогут вам, знаете как, не только восстановить, не только вылечить ваши проблемы с волосами, но и смогут, знаете как, предотвратить то, чтобы у вас это, ну вот, могут появиться такие признаки. Я очень люблю эти средства, о них можно рассказывать много, у меня есть видео, многие его смотрели, если нет, посмотрите на YouTube-канале, я его выкладывала, именно как правильно ухаживать за волосами с нашими средствами. И обязательно для себя приобретите, для своей семьи, вы точно будете очень довольны. Тем более в наборе не было такого, были скидки, но в наборе не было.
сейчас просто раскупают как горячие пирожки, потрясающие продукты питания, которые помогают корректировать нашу фигуру. Я знаю, что некоторых продуктов уже нету, но в любом случае что-то еще есть, потому что по таким скидкам это просто супер. Таблетки, конечно, невкусные, но они настолько полезные, они настолько помогают нам действительно корректировать наши проблемы, но, что действительно вы просто их пьете и получаете шикарнейший результат. А вот кисели и жидкие продукты, которые разводятся, они очень вкусные. И ИТЛЭС, и ИФИТОКС, они приятные для, ну вот знаете, как для восприятия организма, для наших рецепторов. И кисели, которые новые, они вкусные и очень полезные. По таким ценам это просто вообще супер. Есть еще, причем не только это, и другие продукты. Вот я вам выложила уже второй слайд по этим продуктам. Мы просто наблюдаем за нашей Дарьей Сыроваткиной, которая испробовала огромное количество диет и начала использовать вот эти продукты и уже похудела на 15 килограмм. И это просто вот, это действительно вот тот показатель, когда ты видишь воочию, как человек может... Но действительно поменять свою фигуру. У нас всегда Дарья Сыроваткина была просто супер конфетка, вкусная, сладкая женщина, а сейчас она становится не просто еще сладкая, она становится изящно сладкая женщина. Поэтому все, кто хочет стать не просто сладкой, но изящно сладкой, обязательно покупайте эти продукты, потому что вот у Дарьи нет времени заниматься дополнительно еще физическими нагрузками. Она просто пьет по программе определенные эти продукты и получает удивительнейшие результаты. У меня не было такой потребности для того, чтобы вот сбросить 15 килограмм, но у меня была потребность, что именно в летнее время, и когда, знаете, как ускоряется ритм жизни, а еще я, многие знают, что я делаю ремонт, и бывает, что я нахожусь то в одной квартире, то в другой, и у меня нет возможности поесть правильно, как нужно питаться, и вот эти средства меня просто спасают, потому что, выпив с утра именно продукт ускорения, и потом даже где-то перекусив, бывает, неполезными продуктами, я вообще обычно питаюсь полезными продуктами, но сейчас летнее время с ремонтом, я просто понимаю, что мне лишь бы поесть, а то как бы не забыть об этом. И вот этот продукт ускорения очень прекрасно работает, то есть он расщепляет жиры, те, которые я забросила в себя, он оставляет полезное и выводит ненужное. И еще один момент я заметила, я пью кисели, с собой очень удобно взять, потому что этот пакетик занимает мало места в сумочке. Стоит он недорого, после него действительно не хочется есть, и он очень прекрасно помогает. И вот я взяла себе два продукта, это ускорение очищения, и один продукт, кисель, это контроль, потому что любитель сладкого. Но удивительный момент, я перестала после этого продукта есть шоколад. Странно. Лежит в холодильнике, по первости еще как-то я его пила, все равно хотела. А сейчас я даже забываю о сладком, честно, забываю. Что-то произошло в моем организме, я стала забывать, что я хочу сладкое. А вот эти два продукта, очищение и ускорение, делают со мной очень хороший такой момент. Раньше знала, что если съем какой-то не очень полезный продукт, то если в течение дня я съела один или два раза что-то такое неполезное, мучное или что-то неполезное, то у меня прям, вот знаете, как вот живот как-то надувался, и вот желудок, он как-то вот себя чувствовал некомфортно. Сейчас даже если я съедаю что-то неполезное, ну как, я, конечно же, не ем вообще какие-то гадости, я ем ту пищу, к которой привыкли многие. Я просто долгое время не питалась такой пищей, и не питалась так, чтобы наскоком, потому что обычно у меня было пятиразовое питание маленькими дозировками, но сейчас иногда бывает, что мне приходится всего один или два раза в день поесть, но чтобы везде ношусь. И даже несмотря на это, мой живот очень мягкий, он не надувается,
у меня нет проблем с желудочно-кишечным трактом. Я просто, вы знаете, как удивляюсь и благодарна компании за эти продукты, которые помогают мне просто жить. А для тех, глядя на Дарью, я понимаю, скольким людям нужны эти продукты, и при регулярном использовании по правильной программе эти продукты пригодятся, и люди смогут действительно уже даже к осени и даже вот за эти, к зиме, к Новому году одеть, например, тот наряд, который им не лежит на полочке, который они любят, но никогда уже много лет не одевали. Через 4-5 дней после применения действительно сладкого, мучного не хочется. Да, Настя, я вообще, я даже удивилась. Я знаете как, я как эксперимент думаю, дай, вот хочу, вот прям не могу, хочу шоколада. Хочу-хочу, а он же антистресс. Хочу-хочу. Выпью, хожу-хожу, не хочу. Потом раз опять все-таки всплыло и все равно съела. И я прям замечала, что прям я ела. А вот сейчас вам рассказываю и думаю, о, так я уже недели полторы или две вообще шоколад не ела. А ведь он у меня есть, я про него совсем забыла. И для меня это счастье. Даш, тебе надо? Бери. Вот честно, по первости результата как такового не сильно заметно. Вроде перехочешь, потом опять. Но вот прям вот, во-первых, сам продукт вкусный, а во-вторых, вот этот результат мне очень нравится. Я прям получаю удовольствие, что мне не нужно этого. Раньше как наркоманка была. Поэтому обязательно купите. Я понимаю, что у нас еще не появились батончики, жду их. Но даже без них я спокойно живу. Хочу, чтобы вы обязательно обратили внимание, коллеги, вот на этот продукт. Слева у нас не супер скидки, но это действительно те продукты, которые необходимы именно в летний сезон, потому что за ручками мы ухаживаем всегда, но ножки, бедные наши ножки, ножки в летнее время хотят походить босиком, хотят походить по песочку, по земле. Мы ходим, они у нас постоянно открытые, потому что жарко, в босоножечках. Это утверждение, Настя, по-моему, можно, потому что я когда смотрела, или это вопрос, потому что я смотрела, там по компонентам ничего такого вредного нету. А, спасибо, потому что мне задавали такой вопрос, я сомневалась, но я сказала, что вроде можно, потому что там наоборот улучшает пищеварение, восстанавливает вот функции желудочно-кишечного тракта. И я так подумала, что даже если ребеночек пьет молочко, то и у ребеночка тоже будет результат, как у нас. И, может быть, детки, когда подрастут, конфет не захотят. Кстати, Даш, может быть, твоей дочуре, которая любительница сладкого, подавать, может быть, и ей будет хорошо. Все, пошла пить, понятно. Итак, говорим про ножки. Ножки наши любимые. Они любимые, наши бедные. Потому что, во-первых, летом мы очень много ходим. Очень много. Да, вот идея хорошая у меня сейчас вот возникла. И смотрите, наши ноги очень часто устают, а еще зимой-то устают, это одно, но ведь у нас ноги еще устают от того, что... Не перебивайте меня. Они устают от того, что они отекают, потому что солнце, жара, много пьем, и получается такой момент, что ноги наши вот мучаются. И поэтому здесь есть потрясающие продукты, которые успокаивают, охлаждают наши ноги и снимают усталость. А еще они питают и пересушенные, и в общем очень много. Тут такой огромный ассортимент, что я рекомендую обязательно на него обратить внимание, потому что это потрясающие продукты и для как дезодоранты, так и увлажнители, так и это и питание, и точно так же это и успокаивающие. И еще и носочки, это просто шикарные продукты. И несмотря на то, что на них нет супер скидки, их у меня покупают постоянно. То есть вот пачками. Поэтому обязательно возьмите это, пригодится вам обязательно. Но хочу рассказать именно о продукте, который в 11-м каталоге, этот набор. И по такой цене 399, это просто смешно. Это вот действительно нужно мне, это нужно соседке, маме, сестре, племяннице, бабушке, тете,
и даже дяди Васи. Почему объясню? Потому что здесь три продукта. Это химический пилинг, микродермабразия и успокаивающий, увлажняющий гель именно для рук. Почему даже дяди Васи? Объясню. Потому что мужчины, бедные наши мужчины, любимые наши мужчины, они летом обычно копаются много с машиной. И когда они приходят, вы видите их бедные огрубевшие руки, которые, знаете как, они становятся вот такими вот потрескавшимися, в потрескавшихся вот этих ранках заполнены вот этими маслами, масло машинное и многое другое. А еще копаются в земле, помогают, и женщины садят очень много. И вот мужчинам и женщинам этот продукт необходим всем, потому что когда мы наносим этот гель, химический пилинг наносим и в перчаточку, и какое-то время подержали, потом мы берем микродермабразии и отшелушиваем все те места загрязнения, которые, например, ноготочки, пальчики, руки, после сада, после, знаете как, после того, как мужчины покопались вот в машине. Я даже, знаете как, я предложила своим знакомым, которые работают именно по ремонту машины, они мне благодарны безумно. Они говорят: супер, мы даже не предвидели, что может быть такой продукт, что наконец-то наши руки вообще не показывают нашу профессию, потому что мужчину сразу можно определить по рукам, где он работает и есть ли у него машина. Потому что если мы, женщины, чаще ухаживаем за собой, за ручками, то мужчины не всегда. И вот для них это скорая помощь. Они пришли, это быстро сделали, или вы им помогли, очистили ручки и пошли во свояси. Им не нужно дополнительных каких-то средств, потому что это усиленный продукт. Поэтому возьмите, пожалуйста, себе, маме, сестре, мужу, другу и всем вместе взятым. И предложите там, где, например, если у вас есть машина и вы моете машину, предложите тем людям, которые моют ваши машины и работают вот именно по ремонту. Шикарный продукт по такой цене, это просто смешно. Итак, и, конечно же, хит сезона, хит продаж. И если вы еще в спящем состоянии, если вы еще подумали, ну, может быть, я чуть позже возьму школьную одежду, может быть, позже я обеспечу своего ребенка или своего внука, или, например, свою соседку, чуть позже раздам эти каталоги, то может позже не наступить, потому что действительно август — это то время, когда начинается, когда все родители начинают искать одежду. Конечно, многие ищут в течение года, но в основном многие боятся в течение года покупать, потому что дети за лето вырастают вообще непонятно. А август — это то время, когда мы можем подготовиться. И, конечно же, и для девочек, и для мальчиков есть, как и для и спортивная одежда, точно так же и одежда именно для школы. И строгие костюмы, и есть такие, знаете, как шкодные юбочки, огромный ассортимент, потрясающий каталог школьной одежды, обратите на него внимание, возьмите их несколько и обязательно покажите своим соседям, потому что, вот, например, вот видите, на спортивную форму супер цены. Но почему я хочу ваше внимание еще обратить на школьную одежду? Вы знаете, вот я не школьник давным-давно. В следующем году, 18 января, мне исполнится 50 лет. Но несмотря на это, я купила себе из школьной одежды спортивный костюм. Толстовку пришлось вернуть, потому что по размеру у меня 1,55 м, а по росту 1,146 м. Для меня она по росту хорошо, но я уже женщина, и в груди у меня в натяжечку. Поэтому толстовку я вернула, закажу себе большую ростовку. А штаны на мне прекрасно сидят. Я заказала себе 146 рост, и они на мне даже свободненько. Конечно, я ношу размер 42-44.
Я очень довольна качеством спортивной одежды и могу сказать, что в прошлом году была хорошая, но она была более тонкая. А эта прям такая плотненькая, она ж какая-то бархатная, настолько приятная на ощупь, что я понимаю, что я обязательно куплю себе толстовочку. Я купила себе бирюзовый костюм, вот этот спортивный, вы его видите, вот девочка в капюшончике. Я очень довольна. Если вы, предположим, ростом как я, но телосложение ваше побольше, и вы хотите из детской одежды купить себе, возьмите рост 170. Если вы берете рост 170, то внизу есть резиночки, поэтому оно не будет вам длинное, но уже в объеме, в ширине оно будет побольше. И вы можете смело попасть вот в эти костюмы, даже в школьной одежде. И вы точно получите удовольствие от качества этой одежды, потому что... И так у нас коллекция шикарная вообще одежды, а для детей делают особенно потрясающую одежду. И точно так же шортики и футболочки, почему нет? Поэтому обратите внимание, я прям вам это делаю акцент. И очень счастлива, и Дарья, и меня спортивный костюм. Немножко не поняла. Дарья меня натолкнула на мысль, видите, у меня нету маленьких сыновей, но я очень, она натолкнула на мысль, потому что всегда было, видите, не в каждой школе разрешены джинсы, даже если они классические, не в каждой школе разрешены. Поняла, вот, и поэтому Дарья натолкнула меня на мысль, у нее сын, и она сказала, была удивлена, что есть классические брючки, обратите на них внимание, какие они красивые, они не просто классические, они действительно по последней моде, и ваши мальчики, и ваши внуки, и ваши дети, если у вас есть мужчины маленькие, они могут быть красивыми в этих классических брюках, и даже если они уже не школьники, но, например, рост у них небольшой, вы можете смело купить эти брючки для своих мальчиков, и они будут очень прекрасно выглядеть. А какие жилетки? Я вот, например, своей племяннице сказала, у меня внучатый племянник есть, все, поняла, Тамара. Я ей сказала, говорю, выбери для своего сына что-нибудь из школьной одежды, хоть он не школьник, там есть маленькие размеры. Я прям вот хочу прям вот эту одежду ему приобрести, потому что я делаю подарки такие для своего внучатого племянника, потому что там, например, даже знаете как, есть футбол, есть размеры 98. Это буквально вот не на все вещи, но на некоторые вещи есть прям размер 98 ростовка. Это буквально на маленьких, совсем маленьких детенышей. И поэтому я говорю, выбирайте, обязательно просмотрите четко размеры и посмотрите именно те коллекции, которые вам понравятся. Огромное спасибо компании за потрясающее количество обуви, как для девочек, так и для мальчиков. И, конечно, такие супермодные, которые светящиеся, которые заряжают, то есть их зарядить можно, чтобы они сияли разными цветами. То есть это хит вообще сезона, не только Фаберлик, а вообще сейчас в России. И поэтому ваши дети будут супер модными. Точно так же классические туфельки, аккуратненькие, как для мальчиков, так и для девочек. Точно так же более такие, знаете, как серьезные кроссовки, которые уже можно осенью носить и не бояться, что, например, будет дождь или, например, попадут в грязь. Но могу сказать, что точно так же есть разные размеры. Я из этой коллекции, школьной коллекции, купила себе кроссовки голубые, белые и голубые. Я ношу 36,5, но приобрела 37 размер, и те, и другие кроссовочки мне подошли. Очень нравится, что они тканевые, они прекрасно, очень мягкие внутри, очень удобные. И вот эти липучки очень удобно, потому что не все любят на шнуровках. Прям вот такие хорошенькие, прям хорошенькие-хорошенькие. Такие вообще вот модненькие-модненькие, прям
очень стильно и прекрасно смотрятся. Поэтому вы можете точно так же, не только если у вас нету школьников, но и одеть себя. Имейте в виду, что они могут очень быстро закончиться. И обязательно обратите внимание на аксессуары для школьников. Это и рюкзаки, и специальные потрясающие карандаши, фломастеры. И даже есть ручки, которые со стеркой, которые стираются. Я вот над этим очень смеялась, что есть возможность, даже если неправильно написали, стереть. И специальные, знаете как, пеналы. Они действительно очень хорошего качества и для еды с собой. У меня внучки в восторге от кроссовок. Так я-то в восторге, я себе купила, я счастлива по такой цене, да это смешная цена для такого качества, поэтому возьмите обязательно. Я, например, вот из прошлой коллекции взяла себе маленький вот такой вот, знаете как, термос, вот который вы видите, розовый и синенький, я из прошлой взяла, я очень довольна, я этот термос, это, знаете, как большая кружка чая. И, в принципе, я всегда беру в машину, когда еду, например, в другой город из Миаса в Челябинск, это 100 километров, и я понимаю, что я, например, хочу попить кофе, я с собой беру кофе, и в дороге мне не нужно нигде останавливаться, я могу нажать на кнопочку, там трубочка, очень удобно, даже не выходя из-за руля, можно попить, закрыть, очень удобно, не мучиться, и прекрасно держит вот состояние горячести. Не очень долго, но, по крайней мере, когда я еду на мероприятие, то на целый, к концу дня, если я не выпила, оно будет теплое такое, то есть не кипяток, а теплое. Поэтому для ваших деток это прекрасная возможность. И также есть, вот знаете как, сумочки небольшие, в которые вы можете бутерброды сложить, так как мини-холодильник, который сбережет на то время, пока они в школе, чтобы они перекусили. Обязательно обратите внимание, потому что я думаю, что скоро это закончится. Итак, успейте купить выгодные предложения. Представляете, на 11-м каталоге аж повисло. Буду торопиться. Надо брать набор, можно прям собрать целый набор любимейшего продукта Пролексир от 30 до бесконечности. Коллеги, секунду. Аж в горле пересохло, не останавливаясь, говорю. Скидка 50% на эти продукты, это просто прелесть. То есть вы можете вообще весь этот набор купить себе полностью с этой скидкой. И тогда вы сможете его использовать, потому что он подходит для любого типа кожи. Я очень много говорила про эту коллекцию. Самое важное, что там есть гиалуроновая кислота. А гиалуроновая кислота необходима абсолютно для каждого. Это если вы хотите, чтобы ваш овал лица был всегда красивым, подтянутым, то этот набор, даже если вам, предположим, уже за 60, за 70 и за 80, в любом случае вам этот набор подойдет. Он поможет вам восстановить вот эту прослоечку, вот это вот между кожей и между, вот, между кожей и между мышцами. То есть он восстановит и сделает вашу кожу более натянутой и более красивой. Обязательно возьмите этот набор. Точно так же обратите внимание, 45% скидка на набор Гардерика. О нем можно много рассказывать. Скажу буквально два слова. Эта коллекция восстанавливает ДНК-код. То есть она лечит наши клеточки. Если там прослоечку между кожей и мышцами, то это лечит наши клеточки, восстанавливает их, делает их более здоровыми, то есть изнутри восстанавливает нашу кожу. И разрешена она уже с 40-летнего возраста. Обязательно возьмите себе продукты, вы поймете, насколько они уникальны. Еще раз повторю, много раз об этом говорила, любимейший продукт, два шприца, скидка 50%, один шприц против мимических морщин для предотвращения появления мимических морщин или для того, чтобы успокоить напряженную мышцу, вот один шприц успокаивает напряженную мышцу и мимические морщины, ну, то есть мышца расслабляется и мимические морщины уходят, а второй шприц
против глубоких морщин. Во-первых, невозможно быстро убрать глубокие морщины, потому что они накопились со временем, но он заполняет и визуально уменьшает глубину морщин. Это первый момент. Второй момент. Оба этих шприца имеют пролонгированный эффект. То есть, пока вы пользуетесь этими сыворотками, то ваша кожа восстанавливается в процессе использования. Как только вы перестали их использовать, кожа продолжает восстанавливаться, хотя вы их уже не используете. Это вообще волшебные шприцы, которые любят все, кто их приобрел. Поэтому купите, не пожалеете. Рекомендую на ночь наносить сыворотку, которая против мимических морщин, а на день наносить сыворотку против глубоких морщин. Тогда вы в комплексе будете работать каждый день, и тогда ваше лицо очень быстро восстановится и очень быстро, знаете как, вы просто на себя в зеркало будете смотреть и радоваться, насколько вы хорошеете с каждым днем. Поэтому обязательно не упустите эту шикарную акцию. Любимейший мой продукт, о нем говорю на каждом практически вебинаре, это гамаш, скидка 50%. Мало того, что он отбеливает вашу кожу, мало того, что он отбеливает, знаете как, все покраснения, все красные пятнышки, которые на лице, он еще работает как ароматерапия, потому что там есть масла, которые успокаивают нашу нервную систему. Он настолько вкусно пахнет, он настолько прекрасно отшелушивает, щадящий, прям вот отшелушивает роговевшие клеточки. И это потрясающий продукт для мастер-классов. Если вы хотя бы даже на руке этим продуктом клиенту покажете, как работает гамаш, то ваш клиент будет вашим навсегда, потому что он увидит визуально состояние кожи после нанесения гамажа, цвет кожи и как у него будет отшелушиваться, прямо, знаете, как бумага, как стеркой, как будто вы стираете, будет стираться вот этот роговой слой омертвевших клеток, и будет гладкая, ровная, приятная кожа на ощупь под тем местом, где вы нанесли гамаш. И точно так же я вам рассказывала много про эту серию, которая глубокое очищение наших пор и глубокое очищение угревой сыпи. Причем вот этот продукт, который справа, 45% скидка, он подходит как для молодых, точно так же для женщин, у кого происходит, выскакивает угревая сыпь именно на гормональном фоне. Вы обязательно возьмите, потому что этим вы можете очистить поры, потому что очень много в летний период пыли, которая оседает на наших порах, и после этого выскакивают всякие неприятности на нашем лице. И этими продуктами вы сможете сузить пору, вытолкнуть загрязнение изнутри и восстановить именно работу сальных желез, особенно в жару. Шикарные продукты, обязательно приобретите это в 11-м каталоге. Хочу обратить ваше внимание на серию «Эксперт Плюс» для наших зубов. Во-первых, у нас появилась новинка, потрясающий ополаскиватель для полости рта. Этот ополаскиватель подходит для очень чувствительных зубов. А у многих есть такая проблема, что зубы реагируют и на холодные, и на горячие. Этот ополаскиватель, он, во-первых, уберет эту чувствительность, то есть он обладает лечебным эффектом, который поможет вашим зубам, знаете как, восстановиться, то есть эмаль станет более крепкой, и, соответственно, вы не будет этих перепадов, и будет, ваши зубки будут более здоровыми. Точно так же потрясающий продукт, который вы можете носить с собой в сумочке, это нить для зубов, она по суперцене 119 рублей, ее хватает на очень долго, она пригодится в любом месте, особенно если вы кушаете малину или клубнику, а она уже начинает просто выступать. А если вы еще едите чернику или костянику, то бедные наши зубки, и именно этот продукт поможет. Обязательно с собой берите в лес
И точно так же спрей для полости рта. Во-первых, если у вас нет возможности почистить где-то после еды или после ягод, или после, ну, где-то вы находитесь на озере, на море, где-то вы поехали куда-то отдохнуть с друзьями, и вы не можете после еды почистить свои зубки, то вы можете просто-напросто побрызгать для полости рта и даже прополоскать, если вы набрызгаете чуть побольше, прополоскать полость рта и, соответственно, уже удалить остатки пищи, которые не будут, знаете как, ну, портится на ваших зубах. И можете спокойно даже сидеть у костра без зубной щетки и можете всю ночь просидеть и радоваться костру, шашлыку, природе и своим друзьям. И не переживать за свои замечательные зубы. И точно так же потрясающие два продукта – это зубные пасты по суперцене. Вообще все эти пасты из этой серии уникальны. Они имеют фармакопейную статью, и они не просто помогают нашим зубам очиститься, но они еще и с лечебным эффектом. Поэтому обязательно их приобретайте, и они концентрированы, хватает на очень длительное время. Спрей классный, помогает, если запершило горло и чувствует. Да. Ой, я обожаю этот продукт, я его очень быстро закончила, потому что тут нужно мне так было, и я просто в восторге от него. Поэтому это для каждого необходимо иметь в сумочке. Хочу еще обратить ваше внимание на 50% скидку вот на эти продукты, на замечательные запеченные тени, которые просто уникальны. Любые два продукта. Просто если вы приобретаете любые два продукта, то скидка 50%, а также наши любимейшие туши, которые и удлиняют, и придают объем, а еще и имеют в составе масло, которое восстанавливает наши реснички, а точно так же еще имеют запатентованную кисточку, которая прекрасно расчесывает каждую ресничку и задевает даже каждую маленькую ресничку, и тени, которые по определенной специальной технологии разработаны, по определенной технологии, потому что запеченные тени создавать это очень сложно. Кто люди не знают этого, посмотрите видео от компании Faberlic, там прям вот у меня на YouTube-канале и многих есть, это как там рассказывает Ирина Голдыш, как вообще создаются запеченные тени, но важно другое, что запеченные тени, они не совсем перламутровые, они больше сатиновые. То есть они не сделают ваши веки и не подчеркнут ваши морщинки. Вы их можете наносить как кистью, вы можете толстым слоем. Но точно так же запеченные тени можно намочить спонж и нанести как подводку. Это потрясающий, удивительнейший продукт. И точно так же карандаши по суперцене. Поэтому обязательно не забудьте купить эти продукты себе. Себе один продукт, если вы не хотите два, второй своей подруге. Скооперируйтесь и расскажите своим клиентам об этом. Ой, прям тороплюсь. Помада, любимейшая помада из золотой коллекции «Секрет». Скидка 45%. Во-первых, очень шикарная текстура. Потрясающие масла, которые ухаживают за нашими губами. Очень красивое нанесение, причем, знаете как, вот эта помада, она даже разный, если цвет вы наносите, она настолько смотрится на губах как-то естественно, как будто бы с одной стороны у вас накрашены губы, а с другой стороны, как будто ваши губы именно такого цвета. Вот именно эта помада, она настолько красиво лежит естественным цветом, естественным фоном на ваших губах, и не только, вот действительно эталон совершенства, то есть очень, знаете, такой вот такой богатый VIP-подход этой помады, сама упаковка очень красивая, очень удобная, когда вы наносите, она очень приятно, очень нежно пахнет, текстура такая, знаете, такая вот шелковая, и именно когда вы с этой помадой ходите, вот ваши губы становятся совершенно другими. То есть вот это
уникальнейший продукт. И скидка 45% на эту помаду, это просто здорово. Возьмите обязательно. Вот знаете как, вы потом напишите мне, что вы мне скажете огромное спасибо, что я вас убедила приобрести эту помаду. Вы точно будете довольны на 100%. Потому что даже если вы возьмете очень яркий оттенок, и он, может быть, не совсем вы к нему привыкли, ну, предположим, вы такой оттенок не привыкли, то, нанеся на губы, вы поймете, что даже с этим ярким оттенком вы смотритесь особенно изысканно. Эта помада делает вас более, знаете как, красивой и богатой. И даже можно не делать яркий макияж на глазах, а просто нанести эту помаду, и вы будете всегда в тренде, и вы всегда будете свежими и красивыми. Поэтому обязательно сделайте это. Для тех, кто любит много перламутра, для тех, кто любит, чтобы сияли губы, то именно для них вот эта помада по суперцене всего за 169 рублей. Там столько перламутра, огромное множество. Настолько переливается эта помада на губах, настолько она красива. Каждый оттенок просто удивительно перламутровый. Это вот как раз для тех людей, кто любит... Знаете как, у нас одно время были перламутровые помады, но они какие-то были слегка перламутровые. И многие говорили: ой, я люблю, когда много перламутра. Вот эта помада, когда для тех, кто любит много перламутра. И действительно, вот очень много. Поэтому берите и получайте удовольствие. Рассказывайте клиентам, они будут точно... Там прям, знаете, богатство перламутра, как будто драгоценные изумруды будут на ваших губах. И такая стоимость просто смешная. Хочу сказать об этих продуктах. Помните, я вам говорила, что отдельный каталог Денос, в нем есть много вообще продуктов, и там постоянная цена, а здесь именно скидки и благодарность компании за то, что выложили именно в каталоге Faberlic. Это два продукта со скидкой 40%. Я о них вам рассказывала в прошлом видео, вы можете посмотреть. Но сейчас хочу сказать про продукт ПКМ. Что за продукт ПКМ? Что это такое? Это ваш персональный физиотерапевт дома. Любая болячка, любая какая-то проблема. Это скорая помощь для всей семьи, для маленьких деток и для вас лично. Дарья мне сегодня рассказала историю про этот продукт. У меня нет таких проблем, а у нее была проблема, очень болела голова. Ну, вот прям... невозможно, таблетки даже пила и не помогала. И она говорит, самую интересную фразу она произнесла, Дарья Титова, она говорит: я вроде бы верю, но не уверена. Но когда, говорит, я прочитала, как нужно поработать с собой этим персональным физиотерапевтом, вот этим ПКМ, поработать, чтобы убрать головную боль, я, говорит, была поражена, что буквально несколько сеансов, и головная боль раз и исчезла. Она говорит, как волшебное вообще средство. Но я думаю, что Дарья нам обязательно расскажет более подробно про свою эту ситуацию, потому что я не присутствовала в данный момент. Поэтому обязательно успейте купить этот продукт, он необходим для всего, для всех дополнительных, которые присоединяются, это именно он. Поймите одно, с одной стороны, вроде бы дорогая цена, да, вроде бы ужас, 9999 ценных каталогов, какой ужас. Но запомните, это не гель для душа, это не помада, это даже не средство для мытья посуды, и это даже вот не что-то другое, даже там не лак для ногтей. Это тот продукт, который вы купите и будете им пользоваться. Это тот продукт, вот, Олеся, вот, молодец, мы пользуемся, очень довольны, мигрени мои стали реже, отлично. Вот это тот продукт, который вы возьмете и будете долго-долго пользоваться. И вы, и ваша семья. Я прекрасно понимаю, что это поможет моим близким. Поэтому возьмите, можете взять в складчину, соединитесь. Это те продукты, которые нужны в каждом доме. Я вам говорю это точно.
Если не верите, пройдите обучение по Деносу, и вы поймете, когда попробуете на себе, вы точно получите много плюсов от этих продуктов. Но я сейчас хочу несколько раз слов рассказать про одеялко. Оно не по суперцене, и его нет в каталоге Faberlic. Оно есть в каталоге Денос. Почему я все-таки с самого начала начала вам об этом говорить? Волшебное одеяло, которое я рискнула и купила. Я от него в полном восторге. Во-первых, когда я его купила, у меня болела спина. То ли меня продуло, то ли я где-то неудобно сидела, то ли вот что-то было такое, у меня болела спина. И прям вот я и мазала, и что только не делала, бесполезно. Когда я купила одеяло, я прочитала очень много. Во-первых, потрясающая упаковка. Такая вот очень хорошая такая упаковка, пакет, в который закрывается с ручками для переноски. Во-вторых, это одеяло, там есть три книги, которые указывают, из чего состоит это одеяло, то есть полностью описание по всему одеялу. Вторая книга именно как для детей использовать это одеяло, при каких заболеваниях. Когда я начала читать, какие заболевания лечит это одеяло, я была поражена. Я хочу прям отдельную тему сделать по этому продукту, но вам просто хочу зачитать несколько фраз про это одеяло. Одно дело, знаете как, одно дело, когда, знаете, как я просто использую, получаю удовольствие, другое дело, я зачитаю, что это такое. Технология физиотерапии Денасолм используется для укрепления здоровья, профилактики, реабилитации, лечения различных заболеваний. Если необходимо восстановить после болезни, отдохнуть или расслабиться, прилагая минимум усилий, лучше всего подойдет лечебная одежда. Но вот одеяло считается лечебной одеждой. Лечебное одеяло изготовлено из нескольких слоев, внешне выполнено из синтетического полотна, а внутренние из тонких синтетических металлизированных пленок, которые выполняют функцию защитного экрана. Кстати, там вот в книге, которая пришла мне вместе с одеялом, прям нарисовано, по какой схеме там оно, эти пленки разложены, даже по особой технологии. Далее, это позволяет уменьшить конвекционные теплопотери организма, господи, что читаю, а также снизит интенсивность воздействия внешнего электромагнитного излучения. Полное обертывание лечебным одеялом применяется для оздоровления, профилактики и лечения заболеваний, в том числе обусловленных хроническим стрессом. Обеспечивает улучшение сна, общего самочувствия и настроения, повышение сопротивляемости организма к действию стрессовых факторов, уникальный многослойный состав, современный антиаллергенный материал, универсальный размер 215 на 160 сантиметров, удобная для хранения упаковка и в комплекте с процедурами динамической электронейростимуляции эффекты суммируются, а сроки лечения сокращаются. Могу сказать про себя. Во-первых, болела у меня спина. У меня буквально за 2 дня прошла спина, она перестала болеть. Второй момент проверки. После первого использования я завернулась в это одеяло, и я прям в нем уснула. Я прям прочитала, что в этом одеяле, если человек уснул, его будить нельзя, хотя положено всего 20 минут полежать. В любом случае, если уснул человек, ничего страшного нету, значит, организм начал восстанавливаться, не будите. Заметила, когда проснулась, то как раз прошло где-то всего полчаса, то есть даже я и не спала дольше, но я прям провалилась в сон. Вначале тело разогревается под одеялом, потом наступает момент, когда оно начинает охлаждаться, то есть какие-то процессы происходят, но это чисто на ощущениях. Когда болела голова, то просто легла на одеяло, положила на подушку, легла одеяло и накрылась, причем накрылась прямо с головой, но оно из-за того, что жесткое, ты буквально дышишь, потому что оно не прилегает близко к телу, и ты нормально дышишь. У меня даже голова перестала болеть. Когда последнее время я сейчас занимаюсь зубами, и мне поставили импланты,
и очень болела, и очень боялась, что будет болеть или будет какое-то заражение, потому что очень опасно, вот когда это ставят, и многие говорят, что могут, если не заживут, то придется заново это вставлять. И я просто-напросто одеяло прикладывала именно к своей десне. Вы не поверите, на самом деле одеяло снимает боль. Вот правда, снимает. Во-вторых, буквально вот прошло 10 дней, я сегодня сняла швы, когда я пришла, то обычно, вот я не знаю, это показатель одеяла или показатель еще чего-то, я не знаю. Я использовала одеяло, я использовала наш Нуловтем. Я мазала вовнутрь, брызгала нашим средством для полости рта и прикладывала одеяло. Обычно после постановки имплантов на нижние зубы людям говорят, что ставят именно через 3 месяца именно протезов. А когда, если импланты ставятся на верхней челюсти, то спустя 4 месяца или полгода. Когда я сегодня пришла, врач-имплантолог мне снял швы и сказал: «Придете ко мне через 2 месяца?» Я говорю: «Как через 2? Вы же говорили через 3». Он говорит: «Для вас через 2». Я говорю: «А как мои дела?» Он говорит: «Великолепно. Вообще все зажило, даже в одном месте, даже вот знаете, как швы не надо было снимать, даже вот настолько зажило, что аж сами ниточка отвалилась». То есть вот... Еще вот этот эффект от одеяла, а еще иногда вот из-за того, что жарко, я в него не заворачиваюсь. Поэтому как я делаю? Я просто, например, каждый вечер, чтобы снизить стресс, а действительно стрессов очень много в моей жизни, и с ремонтом, и многое другое, и разные ситуации. Что я делаю? Я просто кладу это одеяло на постель, ну как вот на диван, полуприсядь, ну вот прилегаю на это одеяло и вот лежу прямо на этом одеяле. И даже в этой ситуации успокаивается нервная система. Недавно буквально забыла про одеяло, вот забыла, психую, мне подруга говорит: «Ты что психуешь, у меня нет одеяла, у тебя есть, иди ляжь под одеялко». Точно. Я пошла, легла под одеялко, буквально через 5 минут мне так стало хорошо, спокойно, нервные клетки успокоились, я спокойно полежала, потом вышла и начала заниматься делами. Я рекомендую всем это одеяло, потому что действительно я буквально им пользуюсь, ну совсем немножко, буквально 10 дней. Я просто не знаю, какие дальше процессы в организме у меня будут происходить благодаря этому одеялу, но уже видя по тому, что началось, я уже понимаю, кому это надо. Я понимаю, что это одеяло нужно моей маме. Я понимаю, что можно завернуться, оно настолько огромное, что можно завернуться или накрыться вместе с детьми, как вот вы видите на картинке. То есть поиграть, например, знаете, в домик под этим одеялом. То есть сделать в виде игры. И вашим детям это будет хорошо, и будет вам хорошо. И ваши дети, если они, например, очень гиперактивны, они успокоятся и будут... Они не будут то, что засыпать на ходу, они просто будут более спокойные, более уравновешенные. И именно в стрессовых ситуациях можно действительно каждому помочь. Ну и действительно там написано, что после операций, после именно тяжелых заболеваний это одеяло особенно помогает. Я заворачиваюсь в позе младенца, так удобнее всего. Во, можно и так. Ну, знаешь как, Олесь, вот смотри, я, например, стала пробовать не просто завернуться, а стала испытывать. Интересно, будет ли работать одеяло, если у меня заболела нога. Я прикладываю на ногу, через какое-то время мне становится легче. Думаю, так, интересно. А давайте попробую вот на этом месте, и мне становится легче. То есть я сейчас экспериментирую, но я точно нисколько не пожалела, что я его приобрела. То есть я считаю, что деньги, которые я вложила в это, помогут не только мне, потому что вот сейчас я пройду курс определенный, как говорится, потому что там определенное время ты делаешь, и я точно заверну свою маму на каждый день, чтобы есть стало еще легче. Поэтому обязательно обратите внимание еще на каталог Денос, купите себе это одеяло, и пусть вы всегда будете счастливы и воодушевлены. Итак, задерживаю вас, простите, пожалуйста, быстро пробегусь по 12-му каталогу, хотя думаю, что это навряд ли возможно, потому что
Каталог очень красивый. И вот действительно так написано: «Добро пожаловать в осеннюю сказку». В осеннюю сказку, коллекцию одежды для всей семьи, для стильных городских прогулок, а также и другие яркие новинки и спецпредложения. Я точно понимаю, что очень многие себе с удовольствием поменяют или обновят гардероб, потому что там много одежды именно осенней, которая сделает нас более ярче и красивее. Ой, там не только шапка, там такие перчатки. Боже, там такие сапожки, там такие кофточки, там такие полуверы, там такая курточка. Ой, я просто не могу. Мы уже с подругой говорим, не будем вместе ходить, потому что я хочу куртку, она говорит, я тоже хочу такую куртку. Там такие блузки, там такие брюки, там вообще огромное количество одежды, которая и аксессуаров, и сумочки, просто нереально. Но все-таки, прежде чем я перейду к этому каталогу, сядьте, проверьте, дайте вашим клиентам, чтобы они сравнили два каталога, потому что на самом деле есть продукты, которые выгоднее взять сейчас, до воскресенья, включительно до 6 числа. Сами пролистайте, сравните, потому что выгоднее в 11 каталоге. Есть продукты, которые выгоднее в 12. Но вам честно скажу, в 11 берите все, что выгодно, потому что в 12 однозначно у каждого из вас будет большое количество баллов. Потому что следующий каталог... Ну, невозможно просто не купить. Ну, это ну просто невозможно. Вы просто увидите сами. Сейчас вкратце расскажу про некоторые продукты, про 12-й каталог. Ну, во-первых, продолжается акция «Дарим добро». Вы все про нее знаете. Рассказывайте, пожалуйста, про эту акцию «Дарим добро». И посмотрите, какие удивительные у нас добавились игрушечки. Маленькие собачки, которые можно покупать своим деточкам. Я точно понимаю, что я наберу этих собак, потому что я их обожаю. А еще у меня есть племянники, которым я с удовольствием подарю этих собачек. И сама такую руку помощи подарю добро тем людям, которые не видят, чтобы у них была возможность иметь собаку-поводыря. Если вы не знаете об этой акции, подробно прочитайте в каталоге и обязательно сделайте закладку для своих клиентов. Пусть они обязательно прочитают. Коллеги, простите, выпью глоток воды. Осипла. Говорю на одном дыхании. Надеюсь, вы не устали от меня. Вы здесь со мной. Поставьте плюсики, пожалуйста. Здесь ли вы со мной? Кто меня слышит? Слышите ли вы меня? Вдруг я вас уже усыпила. Коллеги, здесь. Ага, отлично. Итак, двигаюсь дальше. Спасибо, что вы ответили. Двигаюсь дальше, тороплюсь. Шикарнейший продукт. Опять новый парфюм. Потрясающий. Бон кутюр для молодежи, но это не только для молодежи. То есть, знаете как, получается, что вот я очень счастлива, что у нас появляются не только взрослые ароматы, но еще и появляются молодежные ароматы. То есть мы можем большое количество нашей молодежи привлечь к нам в компанию Faberlic и в наш разряд клиентов. Шикарнейший продукт, который появится только в 13-м каталоге. Но в 12-м у вас есть уникальная возможность купить два продукта, и третий вам выйдет в подарок. Точно так же вы можете предложить своим клиентам рассказать об этом, что они могут купить два продукта и получить третий в подарок. Потрясающий аромат. То есть помните, я вас учила по внешнему, по розовому, понятно, что он будет нежный, воздушный, такой вот девчачий и такой сексуальный. Поэтому обязательно расскажите своим консультантам и своим клиентам. Итак, переходим к бонусы в каталоге номер 12. Огромное количество бонусов по декоративной косметике.
Лаки всего за 119 рублей. Лаки, которые буквально, знаете, как называется, 9 в одном. Это лаки, которые 9 в одном. То есть там при одном нанесении сразу же шикарная укрывистость и цветовая гамма. Не нужно использовать базу под лак, не нужно сушку, потому что он очень быстро сохнет. Там, там добавлены масла, которые не портят ногтевую пластину. Точно так же огромное множество бонусов из декоративной косметики и тени, и карандаши, и туши, и карандаши-помады. Поэтому обязательно просмотрите все бонусы и воспользуйтесь всеми абсолютно бонусами. Следующее. Это огромное количество, знаете как, прям вот много-много-много вот этих помад, цветовых гамм, увлажнения в течение 8 часов. Это полупрозрачные помады, но они очень красивые, они очень вкусные, они замечательно ложатся на губы, и они, самое важное, прекрасно увлажняют губы, то есть ваши губы могут, если они сухие, они могут прекрасно восстановиться. Обязательно этот бонус за покупки возьмите. Любимейшие наши продукты, маленький парфюм 15 мл всего за 149 рублей. Поэтому обязательно возьмите его, воспользуйтесь этими бонусами. Отличный подарок на будущее для своих клиентов, для своих близких. Ура, ура, ура! Бонус за покупки. Кислородный бальзам. Бомба. Это просто бомба. Бонус за покупки. Кислородный бальзам. Всего за 249 рублей. Это тот продукт, который должен быть у каждого в аптечке. Это тот продукт, о котором я вам говорила, что сверху я прикладывала одеялко, а вовнутрь я прикладывала кислородный бальзам. Вот на те места, где у меня была операция. И я не знаю. Вот я думаю, что они в комплексе мне помогли. Поэтому у вас есть уникальный шанс запастись этим продуктом. Он помогает прекрасно против ожогов, он помогает прекрасно против порезов, против любых ран. Но он еще прекрасно подходит для тех людей, у кого есть аллергическая реакция, кто не пользуется вообще кремами, потому что боится кремов. Это как раз для них. И он будет по супер цене, бонус за покупки. А также потрясающая маска, бонус за покупки, которая именно отлично увлажняет нашу кожу, точно так же отбеливает, а еще она сделана на глине, и эта глина замечательно восстанавливает структуру нашей кожи. И еще для тех, у кого есть воспалительные процессы на коже лица, эта маска прекрасно купирует воспаление. Поэтому бонус за покупки по такой цене нужно брать каждому. Естественно, огромное множество бонус за покупки и средства для ног для наших любимых этноботаник, и гели для душа, которые можно использовать и как гель для душа, и как пену. И они очень вкусно пахнут, и очень экономичные, нужно совсем немного. Это потрясающий вкус, наивкуснейшие продукты, которые порадуют вас, ваших клиентов и ваших близких. По супер цене за 99 рублей бонус за покупки – это маски альгинатные, которые разводятся, которые, это знаете, как решение быстрое, буквально за 15 минут вы можете очень быстро привести свою кожу в порядок. Обязательно воспользуйтесь этими бонусами. Это шикарные наклейки, бонус за покупки и лак для, по супер цене. Разновидностей огромное количество, и точно так же шикарный бонус именно лак для ногтей по 119 рублей. Вы можете это в комплексе использовать и делать потрясающий маникюр, даже не нужно идти к профессионалу, вы можете быть профессионалом на дому. Так, смотрим далее. Куда у меня слайд делся? Ау, слайд. А слайд – это каталог новинки. О них я вам более подробно расскажу в следующем каталоге. Но еще раз напоминаю, посмотрите, насколько красивой вообще одежда золотой осени модных, модные открытия. Многие модели очень такие, знаете, как такие очень интересные и нежные. И есть такие, знаете, как кокетливые. И есть такие
очень стильный, поэтому обязательно пролистайте каталог номер 12 и не пропустите обязательно аксессуары и перчатки, и шарфы, и сумки, ну просто стильные штучки, это точно, и ремни, то есть очень красивые модели, которые подойдут каждому, я думаю, что каждая женщина будет рада себя пополнить свой гардероб еще и стильными штучками, обязательно пролистайте. У нас появляются потрясающие боди, которые очень для многих подойдут, это не просто нижнее белье, но это еще возможность подтянуть свою фигуру, подтянуть свое тело. И знаете, как особенно, если, например, есть блузочки открытые, такие легкие, полупрозрачные, то не всегда многие себе могут это позволить. Благодаря боди вы можете позволить именно полупрозрачную блузку, потому что тело относительно закрыто у вас. В общем, очень много моделей. Много моделей, не только в каталоге Faberlic, но и новый каталог обязательно приобретите. Флоранж, там новые модели нижнего белья, такие красивые, ну просто нереальные. Поэтому обязательно пролистайте и посмотрите. В этом каталоге, в 11-м каталоге есть еще возможность приобрести два продукта вот этого парфюма Каприз и третий получить бесплатно. Но в 12-м каталоге вы сможете просто его приобрести. Я его уже попробовала. Он такой, знаете как, он такой нежный, манящий, сексуальный, цветущий. Знаете как будто вот вы себя чувствуете, как будто вы как пион, распускающийся. Знаете как, вот я скажу, что напоминает мне этот аромат. Представьте вечер, летний вечер, когда садится солнце, уже начинает смеркаться, и когда уже становится прохлада, и на фоне этой прохлады начинает ярко выражаться аромат пиона, аромат цветов, аромат манящей сладости, аромат манящей сексуальности. Вот каприз – это вечерняя прохлада и томная сексуальность распускающихся цветов. Вот это каприз. Возьмите сейчас до 6 числа при покупке двух, третий идет в подарок. Расскажите еще своим клиентам, у вас есть возможность сэкономить и вместе приобрести этот аромат. Он точно вам понравится. Beauty Cafe Caprice. А в следующем вы уже купите его уже по нормальной цене. Отличный продукт появляется в 12-м каталоге. Давно ждали. Боялись, что этого не будет, набор для чувствительной кожи, и ура, ура, ура! Будут счастливы наши консультанты, будут счастливы наши клиенты, особенно те, у кого очень чувствительная и аллергичная кожа, это именно для них этот продукт. И он именно обладает лечебными свойствами и восстанавливает нашу структуру кожи. Но нужно обязательно прочитать про составы, потому что в этих составах, в этом продукте, я понимаю, у меня не чувствительная кожа, но я точно возьму эти продукты, потому что я хочу восстановить структуру своей кожи. У меня есть определенные покраснения, знаете, как для тех, у кого есть купероз, или для тех, у кого есть красные точки, которые после угревой сыпи. Вот именно эта коллекция, она сможет успокоить кожу и восстановить ее, и убрать вот эти вот пятна. Поэтому шикарный продукт, я вас поздравляю, что он у нас появляется. Я понимаю, что отлично, что новые клиенты у нас появятся. Отличные продукты – это шампуни и бальзамы. О них вы прочитаете в каталоге. Новая коллекция очень вкусная, приятная, замечательная. И заказывайте, пожалуйста, заранее, потому что есть выгодные, очень выгодные продукты. Это действительно, еще раз повторяю, хиты продаж – это школьная одежда. И может наступить момент, что вы не успеете. Вот правда говорю, наступит момент, когда вы вдруг решите, но не успеете, потому что
ну вот правда, начнут раскупать. Август и сентябрь – это время именно покупки школьной одежды. Огромнейший ассортимент продуктов с 50% скидкой, любимейшие продукты в каждой коллекции по уходу за лицом. И вы сможете найти для себя те продукты, которые вам необходимы, но сравните с этим каталогом, потому что действительно есть возможность с чем сравнить. Есть возможность в 11-м каталоге взять одни продукты, а в 12-м докупить. Вот я рекомендую обратить внимание. Поэтому обязательно пролистайте два каталога и сравните. Суперценный каталог – это действительно опять огромный ассортимент на наши любимые вкусные продукты по уходу за телом, и гели для душа, и мыло, и мыло жидкое, и зубные пасты, и многое-многое другое. И есть прям цены прям смешные от 39 рублей. Это огромный ассортимент, опять компания нас балует своими распродажами, а мы радуемся и покупаем те продукты, которые любим особенно. Точно так же опять у нас начинается огромное количество скидок и 45%, и 50% на декоративную косметику, для того, чтобы каждый из нас был красивым, чтобы наши клиенты были всегда красивыми, и чтобы мы могли сиять и пополнить свою косметичку для, знаете как, вот для осени. Потому что летом мы красимся меньше, потому что солнышко. А осенью мы начинаем больше краситься. Так именно подготовьтесь к осени для того, чтобы ваша косметичка была наполнена, и вы были всегда красивы и счастливы. Лучшие ароматы для него и для нее по суперценам. Огромное количество суперцен. И вы знаете, что купон, который с 50% скидкой, вы также сможете его использовать в списке. Поэтому обязательно в 12-м каталоге мы будем все опять в большом количестве супер продаж и супер скидок. И спасибо огромное компании за это. И точно так же любимейшие продукты для дома. Продолжаются скидки 50% на любое средство для дома. Это просто уникально. Поэтому, ну что, мои дорогие, готовы к тому, чтобы вот действительно купить много-много-много? Готовы и или нет? Напишите мне, поставьте, пожалуйста, восклицательные знаки, кто готов покупать продукцию Faberlic в больших количествах, именно со скидками и не со скидками, для того, чтобы сделать свою семью счастливыми и счастливыми сделать своих клиентов. Готовы или нет? Жду ваших восклицательных знаков. О, вот, Надежда готова, и Елена готова, вижу, вы пишете. Спасибо вам огромное, что вы готовы. Обязательно обратите внимание еще раз на инструменты продаж, потому что каталоги, если у вас нету дополнительных каталогов, купите их. Тогда вам легче будет ориентироваться во всем продукте, потому что я вам рассказала не все, а только маленькую толику из каталога 11, из каталога 12, потому что для того, чтобы быть в курсе всех событий, нужно иметь все каталоги. Иметь все пробники для того, чтобы наши клиенты и вы были счастливы. И самое важное, я желаю вам отличного закрытия периода, успеха вам и роста. Пусть у вас все сложится в этом каталоге, и обязательно будьте успешными в следующем. Ведь успешные люди все успевают, цену себе и словам своим знают. Важнее всего для них результат. Главный их принцип – ни шагу назад. Все только в ваших руках. Вперед к новым целям и к новым достижениям. Я вас люблю. Спасибо за ваши отзывы. После вашего вебинара все хочется купить. Вы не представляете, когда я готовлюсь, Галина, и я хочу все купить. И я просто говорю, так, это я в 12-м куплю, а это сейчас. Важно купить то, что важно. Закрытие отличного вам, клиентам вашим, радости и успеха, и вам в том числе. До свидания, до новых встреч, встретимся в новом каталоге.